Да? 19-е, только зашли, вот буквально полторы минуты в лес. Посмотрите, какого красавца сразу нашли. Так, сейчас мы его аккуратненько крутанем. Вот мы только заходим в лес, однозначно пахнет белыми грибами. Сейчас будем искать. Вот я увидела подберезовики. Ага, один подберезовик и одна сыроежка. Ага, и вот еще сыроежка. А вот подберезовик. Ух, комары сразу нападают. Друзья, нашли вот такие грибы. Это лисичка или ложная лисичка? Как вы считаете? Напишите в комментариях. Мухомор серо-розовый. Видели пока только пантерный мухомор. Ну вот впервые серо-розовый в этом сезоне. Так, о, стой, я кого-то увидала. Да. Подосиновичек молоденький. Подосик, похоже. Нашла я бесходное болото. Вот он. Ну, у нас уже полный ассортимент. Комаров просто видимо-невидимо. Да, вот у нас уже... Сколько мы? На раз... Минут 20 ходим, да? Где-то так вот уже маленькая корзиночка на 2/3 заполнена. Вот еще один вроде малыш и второй. Два маленьких, да? А, вижу. Но я сейчас только что и того меньше нашла. Я вижу только один пока. Там рядом второй. Ну прям вот в упор там, не вижу. Прям там же. Ты листьями его засыпал. Да. Ну не вижу я его. А, вон совсем, я его даже сгребла. Да, значит, где-то рядом есть. 100%. Да, и я уже чувствую запах белого. Надо внимательно смотреть.
Вот вижу издалека подосиновик. Вы его уже тоже должны видеть. Вот он. Забираем. Так, тоже вот сейчас заранее увидели. Вот тоже подосиновичек. Плотненький. Должен быть не червивый. По-моему, мимо масленка ты прошел. Я не смотрел на это самое. Здоровый. Угу. Ну да, он сразу. Угу. Понятно, что червивый. Вот на пригорке. Вот там вот болото с этой стороны. Болото с этой стороны. А здесь возвышенность. И вот подосиновичек. Слева, да? Uh-huh. А, вижу, да. Ой. Вот он. Ага, вот вижу, да-да-да. Этот уже все. Он какая-то мошкара на нем, какая-то плесень. Вот увидели прямо под ногами. Так, вот там в дебрях я увидела два подберезовика. Сейчас попробую достать. Да. Обидно будет, если они не годятся. Сейчас. И вот им еще махонький растет. Вот еще в этих дебрях.
Вон там вдалеке подосиновик. Нет, Вов, это белый. Да. Шикардос. Да, очень классный. Ты сорвал? Да. Редко, когда бывает такой подушка. А. Маленький такой, хиленький. Совсем, на, ага. Это, на подберезовик похож. Да. Так, и опять-таки издалека увидели. Сразу несколько. Так, этот надо сфотографировать однозначно. Для Инстаграма фото сделала. Ой, какой классный. Так, закрываем лунку. Раз. Ух ты. Здесь тоже без фотографий не обойдется. Вот они. Так. Супер. Вон этот двойной, по-моему. Да, видите, двойная ножка. Срослись. Ой, комары атакуют, это ужас. Просто. Камеру, потому что надо было комаров разогнать. Это невозможительно. Вот это жирный улов. Грибы плотные. Я уверена, что они целые. Сейчас почистим. Посмотрим. В этот раз нам повезло. Практически все грибы чистые. Вот все, что мы нашли, я не помню. Наверное, пару штук мы только выбросили. Максимум. И сколько мы уже ходим? Наверное, часа два? Полтора. Где-то часа полтора. Вот такая корзинка. Идем дальше. Мне кажется, там такое обильное болото, что у него. Смотрите, какой гриб странный. Потрескавшаяся шляпка. Подосик. Подосиновик. Но мы его здесь оставим уже. Он старенький. Гремит гром. Пахнет дождем. Идем пока по направлению к машине, там посмотрим. Ну, туч пока еще не видно, но, по-моему, гроза будет. Я с этой стороны вообще не видела. Их тут, по-моему, несколько. Боже, что я снимаю? О, ножище какая. Мне что-то казалось, что такой дохленький будет. Он, смотри, одно мясо. Хорошенько их прикроем, чтобы никто там не завелся. Никакая муха не отложила там червяка. Да и густо. Вот просто останавливаешься, и оказывается под ногами гриб. А так бы прошел мимо и не увидел. Хорошенький. Какой-то пузырь я повстречала. И это сыроежка, похоже. Да, по-моему, это сыроежка.
Ну вот и начался дождь. Вроде бы как туча еще далеко от нас, но тем не менее, даже над нами он светит солнце. Но дождь уже вовсю и гремит. Не знаю, удастся ли дальше нам пособирать грибы, походить по лесу, посмотрим. Сейчас попьем чаек, кофеек, посидим в машине. Может быть, переедем сейчас на другое место, скорее всего. Может быть, там не будет дождя. Да, конечно. Не, ну дело в том, что они же все такие. Так, это у нас маслятки. О, класс. Такие жирненькие. И что еще? Все? Одни маслята, да. Ну, такое здоровенное ведро. На 2/3 заполнено. Переезжали мы в Сосняк. Ездили также на болото. И в одном и втором случае нам помешал дождь. А вот это мы подъехали к Карелии. Я встретила знакомую. И вот она насобирала больше, чем пол ведра маслят. Переехали мы опять на болото. Вышло солнце, жарко было, но спасал ветерок прохладный. Это, кстати, новое место. Мы еще раньше не ходили этим маршрутом. Он небольшой, мне показалось, издалека он побольше. О, вижу. Вот, смотри, какой большой. Ну, сейчас я уже затем схожу. Так, идем второй забирать. Ты его контролируешь? Да. Стережешь? О! Вау! Да тут целое благородное семейство. Вот это да! Я такого еще не видела. Сейчас сфотографирую. Так, ну что, забираем. Слушай, даже жалко трогать такую красоту. Да, компашка без завод. Ого. Ой. Он как спрятался там. Да. Если бы пошла по тропинке, я бы его не увидела. А так, думаю, обойду. Держи. О, а кто туда полезет? Красота! Есть.
Вот туда мы сейчас пойдем. Ой, какой классный. Добираем. Добираем. Так. Раз. Красавец. И еще два. Супер. Должны быть молоденькие, классные. Сейчас я их сфотографирую. Забираем. И дуплет тоже забираем. Ой, тут еще и третий, смотри. Мал-маломенький, да. Троица. Дуплет? Нет. Ну вот это вот результат за день. Получается, 4 заезда мы сделали. Результативные только болота оказались. То есть в сосняке белых не нашли. 2 белых вот с утра нашли именно в районе болот. Все остальное в основном это подосиновики и немножко подберезовиков. Все, друзья, на сегодня пока. Всем желаю удачи, здоровья крепкого. Всего доброго, до встречи на канале.